Ну вот, господа, готово днище. Уже промазано, я туда лезть не буду. Там все стекает, поставили бак топливный. Кулису. Сейчас машину спустим с подъемника, она будет сохнуть. Новые патрубки поставили. Сейчас спустим, еще верхний поменяем. И машину завтра уже двигатель будут ставить. Еще пробочки надо воткнуть. Дело за малым. Отличная работа. Хвала мастеру.